Здесь вот на галечном пляже. Сейчас покажу, какой у нас сегодня. Нет моря. Сегодня ветерочек такой, нет жары. Солнце выглянуло из-за ночи. Еще пока комфортно, не жарко. Они вот так стоят, а я перед этим снимаю. Вот такое вот сегодня море, спокойное. Такого цвета. Не бирюзового, потому что солнце еще не как-то за облаками. Ну, главное, спокойное, чистое. Парусники уже плавают. Мальчишки ныряют. Сегодня вот с этого какого-то маленького камушка. Низкого, вернее. Причала. Вот. Кто, наверное, уплыл, вот их тапочки стоят. Вот. Народа много на пляже, конечно. Высокий берег там, санаторий Рус. Мы снова здесь. Здесь много народа, меняшки сдувают, прям ветер очень сильный. Ноги у меня уже тоже загорели, эти тапочки мои, один бриллиантик выпал, да, не очень-то они, и то они продержались, в общем-то, у меня долго, вот, в общем, а муж у меня ушел, и Дима с ним убежал, забыл сланцы переодеть, пришлось ему идти снова наверх туда, к машине исландцам. Вот идут они, идут. Дорогие друзья, вот утром цвели цветочки. Ну, не все тут они как бы пушистенькие были, да? Было все в желтых цветочках, и еще цвели вот эти вот цикорий цвел. Ну, вот эти я знаю, что желтые закрываются, а цикорий, что я не замечала, что он закрывается. Хотя вроде бы и не видно, что он там закрылся. Просто какие-то палки торчат. Посмотрим завтра утром. А сейчас у нас уже 7:00 вечера. Солнце за тучки зашло хорошо, а то очень сегодня сильно пекло, припекало. С утра было так хорошо на пляже, ветерок. Потом уже солнце так 2 часам вышло и жарило очень сильно. Всем доброе утро, дорогие друзья. Сейчас посмотрим на цветочки и на наш завтрак. Так, ну и вот цветочки снова расцвели. Вот эти видно было, что они как-то, ну, закрылись к вечеру. А вот цикории как-то не было видно. Я их так разглядывала, эти палочки. А вот он, смотрите, такие цветочки. Целая поляна цикория. Ну и сели мы завтракать.
такой у нас сегодня завтрак. Всем привет, да? Доброе утро всем. Кашка овсяная с персиком. Мед у нас тут. Помидорчики, огурчики. Ой, цикорий. Хлеб в тостере поджарили. Я маслом себе помазала. Сейчас с сыром, конечно. И у меня кофе с молоком, с медом будет. Приятного нам аппетита. Всем, кто за столом. А у нас сегодня такое пасмурное утро и такой прохладный ветерок. Прям градусов 25, наверное, не больше, да? А даже чувствуется и меньше. То ли мы просто уже привыкли к жаре, и вот тут бах, как-то свежо. Мы сегодня пойдем на рынок. Надо посмотреть мед. Ну и еще кое-что, что-нибудь еще, короче говоря. И хорошо, будет не жарко идти. Красота. Так, дорогие друзья, на обед сварила супчик из горбуши. Такой рисовый, сейчас я вам покажу. Забыла же показать. Мы пришли, ходили на рынок. В общем, пришли, чайку попили. Вот такой вот с горбушей, с рисом, с картошечкой, укропчик. Тут все, морковка, лучок. Захотелось мне супчика. Так, ну а здесь гречка. У нас еще там есть мясо по-французски типа, что-то мне понравилось, так и с курицы, с помидоркой, с сыром, все. Вот. Ну, на обед, наверное, суп поедим, скорее всего. Надо будет сделать салатик. Так, ну а на рынке купили мед, как раз там этот мужчина Володя торговал медом. Наконец-то мы его застали. Сначала нам сказал, что каждый день, кроме понедельника, торгует. Но оказывается, тут они, ну, они же как там качают мед. Какие-то дни он там забирает этот мед, да, как он сказал. Или занимается перекачкой меда. Да, перекачкой меда, потом вот уже торгует. Ну, чистой акации сегодня не было. Ну, акация там колючая и белая, что ли, да, как-то. Да. Ну, вот литровая банка 1000 рублей стоит, липовый 900. Да. И разнотравье 800. Или 700, нет, 700. 700, да. Ну, в общем, за 2,5 вот мы 3 банки взяли. Он 100 рублей. 100 рублей скидочку нам сделал. Вот, так все вот упаковал. Вот в такие с кошками в пакетике. Каждую банку. Вот, и еще мы тут банку прошлогоднего купили. Ну, я, наверное, говорила у другого там мужчины. Потому что пришли, а его нет. Купили сыр адыгейский, яйца купили там тоже по 110 рублей отборные. Ну, сказали свежие, в общем. Вот, что мы еще купили-то? А вот горбушу зашли в Пятерочку. Ну так, по мелочи сварила супчик, так захотела супа что-то мне. А сегодня у нас так прохладненько стало. Вот. А я вчера какое-то видео посмотрела. Да. И там варят суп. Правда, не из горбуши, а из сардин. Но я люблю с горбушей. Мне так захотелось рисового супа с горбушей, что я всю ночь мечтала. И мы пошли сегодня вот купили банку и сварила я суп. Петрушечки туда, укропчика из сада положила. Дочке риса взяла. Картошины еще 2 были. Мы что-то каждый день повадились картошку есть. То на пляж возьмем картошку, то здесь останется, так уже поджарим ее. То с салатом, то вот курицу делала. Говорю, все, не будем больше картошку покупать, тем более скоро уже уезжать. Гречку надо съесть, макарошки можно поесть, и то постоянно картошку.
Вот. Когда в столовую не идешь, а иногда, кстати, и в столовой-то берем картошку. Нет. Муж у меня берет овощи. Он молодец. Он молодец, ест овощи, а я не хочу овощей. И вот даже готовила овощи. Дочка тут готовила, давала нам на пляж овощи. Не хочу и все. Не хочу. Вот. Так проходит наш отдых. На море сегодня не поехали. Завтра, наверное, надо будет съездить. Все-таки уже последние денечки. Все-таки по морю-то, наверное, будем скучать. Говорят, у нас там уже похолодание. Где-то и дожди, и холодно. Ну, не знаю. Здесь скучаем по дому. Там будем скучать, наверное, по морю. Ну и вообще. Да, Василий? Да. Да. Я уже начинаю скучать по морю. Уже начинаешь скучать. Еще не отъехал от дома. Да. Ну, устаешь вот от этих пляжей, забитых людьми. Народа много, и вот уже это, конечно, как-то надоедает. Надоедает это, честное слово. Вот. Ну, море, в общем-то, нормальное, чистое. Где-то вот эта комка, что ли, как она называется, вот эта вот зелень. Но она не всегда, она иногда приплывает, и то не везде. Вот, видимо, в центре Анапы, что ли, там вот эта комка есть. На песчаном пляже тоже вот мы приезжали, там у берега. Дальше проходишь, там чисто. И то не очень много, что вот прям вот ее невозможно. Ну, сейчас не знаю, мы уже туда не ездили. А вот куда мы ездим, на высокий берег, там чистое море. Никакой там комки нет. И медуз нет, да, вообще совершенно. Чистое море вчера совершенно. Вчера идеальное море было. Ну, ветерок такой был. Свежий. Очень да, свежий. И как-то так вот плывешь, даже вода заплескивает. И то с одной стороны, там, где вот эти вот пляжи. А мы слева пошли, там, где камни. Там вообще идеальное было море. Даже ветер как-то туда вот за этим... Ну, как это тут называется? Ну, там, где вот эти лежаки, как бы уходит вот это в море, там, где бананы вот отходят. И как-то это препятствие, и нет такого ветра. Вот, защищает как бы от ветра. И хорошо там, прям классно. Вот, и зелени никакой, совершенно чистый, прям море. Видно это местами и не всегда. Не постоянно оно вот цветет и постоянно вот эта зелень. Нет такого. По-разному бывает. Даже на песчаный пляж мы как-то приезжали, там море было идеальное. Ну, они тоже вот говорят, они же вот живут здесь и знают, что ну вот приезжаешь иногда так. А иногда как-то это куда-то уходит в море. И здесь у берега совершенно ничего нет. Потом снова вот это все периодами какими-то. Может, от течения, от ветра зависит. Откуда ветер дует, с моря или с суши. Ну, что-то такое. Что-то такое. Вот. Ну, наверное, видео вот это вот закончу. Не знаю уже даже, что показывать, рассказывать. Как-то уже все, знаете, вот даже... Отдыхать поднадоело. Уже ничего не хочется. Наверное, хочется домой, да. Домой приедем, захочется снова сюда, может быть. Ну, муж говорит, я уже скучаю. Он говорит, мне не хочется домой, да? Да. Не хочется? Нет, конечно. Вот надо же. Нет, конечно. Ну, я ж на пенсии. А мне хочется. Так, может, останемся? Пойдем. Будем уже забронировали отель в Липецке. В Липецке забронировали. Так что вот. Ладно, дорогие мои, спасибо вам, кто пишет комментарии, смотрит, заходит на мой канал, смотрит видео.
Очень рада, что они вам нравятся. И всего хорошего. Всем пока-пока.